Как ты относишься к войне? Я говорю, к войне плохо отношусь. Ну, к этой войне как ты относишься? И я вскипив, я говорю, как я могу относиться к войне? Ты какого хера на меня напал? Ты чё здесь забыл? Ты чё у меня стреляешь? Вы, кажу, понимаете, что здесь фашистов нет. Я сейчас с тобой разговариваю на русском языке, и здесь сейчас очень много будет это сам. Ты какого... Что, вам земли мало вашей? Не надо, говорю, мне рассказывать, что у вас там приказ. Какой приказ? Ты пришел, говорю, дал мне пощечину, я тебе отдал кулаком. По-человечески? По-мужски? Эти сидят, ну, вообще-то, да. А ты откуда сам? Я говорю, из Тернополя. А где это? Я говорю, Западная Украина. И что, ты аж сюда приехал? Я говорю, а ты откуда? Я с Ростова-на-Дону. А если бы у тебя в Усть-Илимске, я говорю, что бы такое было, ты бы туда приехал? Ну, это лирика. Какая лирика? Это моя страна. У меня и гимн свій особистий. О, є така, є такий гурт, називається «Бук». І там є «Це моя земля» пісня. Будемо стояти до кінця. Все, це моя земля, і це не обсуждається. Це, і я по національності не українець. В свідоцтві про народження написано «русський-русський». Ну, у мами була там фамілія, прізвище там чуть ли не Радаєва, вона вже в Дагестані народилася. Я українець. У мене паспорт з тризубом. Я народився в цій країні. То хто я можу бути? Я громадянин України і українець. Все, не обсуждається.